Здесь подойдут водяные снаряды. Тёплые снаряды.
Пахнет интересно. Морозить ее бессмысленно. Из-за этой пыли ничего не видно.
Ее надо бить кислотой. Огня она почти не боится. Эти руины сохранились чуть лучше, чем многие другие. Возможно, о них я и слышала от Азирама. Стоит заглянуть внутрь. Спасет.
Сколько воды. Возможно, эти руины как-то сообщаются с руинами Морвинда. Дверь заперта. Похоже, нужен блок доступа. Ящик может пригодиться. Может, я смогу продать этот звенец?
сделать шаг назад. За решеткой в стене есть водоотвод. Вода быстро прибывает. Блок доступа.
пока держится. Отлично, я внутри. Может, он тоже пригодится.
И что с ними делать? Отойти подальше. Я приближаюсь. Вот и он. Еще одна реликвия. Лучше сохранить. Может, потом придумаю, что с этим делать. Может, получится достать повыше, если встать на плавающий ящик? Обнаружил какой-то маяк. Команда Азеран. Выглядит не очень. Надо узнать, все ли у них в порядке. Мы со всем справимся. Обещаю. А теперь отдохни. Тебе помочь? Хотела бы сказать, сами справимся. Но сомневаюсь, что хоть одному собирателю не везло больше, чем нам. Собиратели. Вы из команды Керуфа? Да. Не знала, что мы так известны. Вы пришли сюда сделать броню.
Судя по всему, не все пошло по плану. Не то слово. Когда мы нашли детали бронеката, я подумала, что все идет отлично. Поднялась буря. Смела наше снаряжение и загнала нас в лагерь разъяренных Тенакт. Мы сбежали. И когда буря утихла, мы оказались здесь лишь с половиной еды. И мы уязвимы перед машинами и перед Тенакт. Кажется, вам нужна помощь. Я Элой. Рунда. Я не прошу помочь просто так. Давай, я найму тебя, и ты добудешь, что нужно. Составим контракты. Тебе не обязательно... Иначе я не смогу считать себя собирателем. Отказа я не приму. Кое-что есть. На обмен и продажу. Что ж, поторгуем позже. Я надеялась, что ты вернешься. Ты сказала, что вы в уязвимом положении. Что помогло бы вам организовать оборону? Нам стало известно, что в руинах неподалеку бродит бурдюк. Разберись с ним, принеси его грузовые мешки, и мы сделаем из них ловушки. Установим заслон. Я выдам контракт. Неплохой план. Ты сказала, что вам нужна еда. Мы потеряли часть еды, сбегая от Тенакт. Только лишь Сикач смог бы унюхать ее под всем этим песком. Неплохая мысль. Я этим займусь. Рада слышать. Так вы потеряли снаряжение? Да. Не знаю, где именно. Из-за бури мы изрядно поплутали. Ну, примерно представляю. Все есть в контракте. Если вернешь снаряжение, мы хотя бы сможем разбить нормальный лагерь. Людям станет легче. Я поищу, как только смогу. Мне пора идти. Удачи нам обеим.
Я близко к месту, где люди Рунды потеряли пайки. Она сказала, что только Сикач сможет их учуять из-под песка. Это можно устроить. Сикачи. Отлично. Приручу одного из них и с его помощью попробую найти потерянные пайки. Сможешь ли ты помочь мне найти пайки Рунды? Этот сикач поможет мне найти пайки Рунды. Нужно отвести его к указанным в контракте точкам. Рунда сказала, часть пайков утеряна где-то здесь. Думаю, сикач сможет выкопать контейнеры. Слезу с него, и пусть займется делом. Это можно искать! Он что-то нашел. Спасибо за помощь, девочки. На нескольких человек. Нужно проверить остальные места, попробовать найти еще. Ладно, приятель, дело за тобой. Что-то учуял, да?
Молодец, приятель. Что тут у нас? Мне все еще нужны эти пайки. И еще пайки. Все еще маловато для всей команды. В последнем указанном в контракте месте могут быть еще. Сначала придется разобраться. Проклятые машины! Второй раз ты меня так не приведешь. Получилось! Да. Похоже, большая часть пайков Рунды здесь. Нужно вернуть их ей как можно быстрее. Элой, ты как всегда вовремя. Давай сюда. Элой, это великий день. Величие витает в воздухе. Или скоро будет. Величие, да? Узри, я зову его удивительный парящий шар Морлунда. На его создание меня вдохновили воздушные шары Банук. После взлета это величественная конструкция станет выдающимся первым шагом людей в небо. Неподвластный притяжению, мой шар будет парящим маяком, притягивающим взоры путников к этому краю, полному чудес и удовольствий. Только? Не хватает одной важной детали. Механической горелки, маленькой, искусно сделанной. Творение инженеров-предтеч. Мы нашли ее, когда проникли в подземные руины и обнаружили там множество статуй странных крылатых змеев. Во рту одной из них была такая горелка. Наверное, нужна была для какого-то представления с огнем. Идеально. Подходила для шара. Но стая наракопов погналась за нами, и я ее не взял. Сможешь достать? Пожалуйста. Ладно, Морлунд, мне стало любопытно. Я принесу. Я знал, что ты поможешь. Ну ладно, так. Направляйся туда, где мы сражались с волногрызом, когда ты все осушила. Как спустишься, поверни направо и ищи зал сбоку. Нужная статуя нависает сверху, как настоящий кошмар. А, и кстати, если хочешь путешествовать с комфортом, здесь есть подъемник. Вверх по лестнице у выхода из здания.
Поняла. Попробую помочь. Восхитительно. Спасибо. Я буду ждать тебя. Я нашла припасы. Это поможет вселить надежду в моих людей. Спасибо. О, кстати, твоя оплата. Спасибо. Спасибо, что помогаешь нам. И удачи тебе. Не увижу больше Тенек. Считай, я счастлив. Мой визор обнаружил какой-то маяк. Застава мятежников. Нужно узнать, кто у них главный, и остановить его, пока не стало хуже. Придаст мне сил. Даже не знаю, что с ними делать. Пожалуй, оставлю пока у себя. Без командира мятежники отсюда уйдут. Но можно разобраться с ними сейчас. В любом случае, здесь я закончу. Все чисто. Будем надеяться надолго.
Если выстрелить сюда в нужный момент, можно резко повысить свои шансы. Берем это. Thank you.
весь этот пот совсем не охлаждает. Положу в хранилище.
Интересно, где тут есть какая-то момента такой машины? Ну, на чужеземке что-нибудь слышно? Все чисто? Меня это уже почти не беспокоит. Мне бы только поесть, выпить и поспать. Было что-нибудь? Тишина. Конец слабо не добудешь. Здесь только трава. Я тебя выведу. Проверь. К оружию! Мы не победим! Прикрыть ее!
Сражайся! Эй! Посмотрим, чем это закончится. Ключ. Нужно поискать. Нет ли тут чего с замком? Оставлю их у себя. Не пойму, что с ними делать. Вот это ветер! Yeah.
этого можно сделать вкуснятину. Это оружие надо опробовать. О! 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 Эта машина устойчива к кислоте. Такое не каждый день увидишь.